Добрый вечер, друзья. Приветствуем вас сегодня на нашем вебинаре. От девочки к королеве или как обрести женское счастье. С вами сегодня спикеры Павел Стыгни и Мария Стыгни. Мы семейная пара практических психологов, специалистов по системному моделированию, расстановкам. Мы помогаем другим семьям создать успешные, хорошие отношения, и чтобы эти отношения помогли им достигать хороших, красивых, больших целей. Сегодня на нашем вебинаре мы запланировали многое. Мы коротко сообщим о наиболее часто встречающихся женских проблемах, о сознательном и бессознательном уровне этих проблем, об особенностях метода системного моделирования, базовых принципов системных переплетений. Мы покажем, как отражаются системные переплетения на состоянии личности, ее успехи и здоровье. Ознакомим с основными инструментами системного моделирования. Вместе сделаем несколько практических упражнений для того, чтобы теория сразу же подтверждалась практикой. И вы на собственном опыте почувствуете и убедитесь, что системные переплетения влияют на наше состояние, нашу жизнь, деятельность и успех. Мы объясним отличие женского и мужского понимания успеха и счастья. Сделаем краткую презентацию цикла авторских женских тренингов и опишем преимущества использования системного моделирования во время группового тренинга. Познакомим с особенностями тренинг-семинара «От девочки к королеве» и дадим системные сведения о ролях девочка, любовница, хозяйка и королева. Как видите, план колоссальный. И естественно, что за 1.5-2 часа мы это не успеем подробно, поэтому будем предельно краткими. Подробно мы сможем остановиться на этих темах на следующих мероприятиях. Это мастер-класс, который будет проводиться на 10-м Винницком фестивале «Живи», на тренинг-семинаре «От девочки к королеве», который планируется в Виннице. И на следующих наших вебинарах следите за продолжением нашей вебинарной деятельности. И ваша задача узнать за это время, услышать, сориентироваться, понять, интересно вам это или интересно, и решить, подходит ли это вам. А в конце вас ждут бонусы и, естественно, подарки. Есть один интересный момент, который я хочу обязательно сказать. Вас, наверное, немножечко удивляет, хотя нас двое, как это мужчина вляпался в эту тему. Мужчины, участвующие и ведущие даже семинар, вебинар на женскую тему, это, конечно, парадокс. Это достаточно сложно. И есть у меня обстоятельства, которые привели к этому, обстоятельства и моей жизни. В детстве поначалу преимущественно общался с мамой, с сестрой, потом учился в пединституте, работал в педколлективе. А сейчас психологическая практика, когда большинство клиентов женщины начали приводить меня к этой точке, да, как в этом анекдоте. Доктор, я, кажется, начинаю понимать женщин. И так возникла та тема, которую мы уже на нескольких вебинарах проговаривали. Это война, тема особенностей мужской и женской психологии и тема войны между мужчинами и женщинами. И наше общее с Машей желание прекратить эту войну. И хочу сказать, что техника, которую мы используем, системного моделирования или расстановок, это техника миротворческая. Она направлена на поиск решений, которые примиряют всех. И вот с этой целью был создан цикл женских тренингов, семинаров, которые должны помочь нам найти взаимопонимание. Нам, я имею в виду, мужчинам и женщинам. И дальше жить в мире и счастливо. Хочется сказать, что именно женщины приходят чаще к психологам, посещают тренинги. И они вот мужественно ищут выход. Ну, мужчины, да, они пассивней. Но, наверное, это и есть наша женская роль — сохранить именно вот очаг, да, семейный очаг, теплоту отношений. Нам это доступнее, потому что мы психологически сильнее мужчин. Мы больше понимаем в этом, мы больше чувствуем. Изначально девочка, когда она растет, у нее закладывается вот этот вот опыт общения. Да, и мы говорили на предыдущих своих вебинарах и будем говорить, что женщины и мужчины очень отличаются.
И именно женщины вдохновляют мужчин, дают им силу. Поэтому мы считаем, что если в семье сложно, но хотя бы один человек готов прийти, чаще это женщина, позаниматься, понять себя, да, вот увидеть свою ситуацию извне, как это очень часто на расстановках мы можем показать, такую магию смыслов, да, раскрыть перед человеком то, что у него внутри, в семейной ситуации внутри, раскрыть перед ним вот через заместителей. Трудно об этом рассказать, но стоит это хотя бы раз увидеть. Это очень интересный метод. Вот, и тогда через женщину может меняться практически вся семья, сколько бы там ни было. В нашем опыте работы часто так бывает, что приходит женщина, она умная, красивая, ну, что-то не складывается, да, хочется задать вопрос, почему такая умная, красивая, живешь как дура, что же происходит, почему женщины так запутываются в отношениях, хотя, казалось бы, это их парафия, их способность решать и поддерживать этот семейный очаг, что же происходит? Так много мы встречаем у наших клиентов, клиенток разочарований. Так часто видно, как у них просто совсем опускаются руки. У них так много конфликтов, на которые уходят силы, время и жизнь. И часто очень видно, как у женщины внутренний конфликт. Она не в ладу сама с собой, у нее низкая самооценка. И бывает, что она запуталась в своих отношениях, и ей очень сложно что-то изменить в своей жизни, сделать выбор. Например, у нее отношения с мужчиной, который не хочет семьи, возможно, которая жена, да, и она практически вот не в силах зайти с ним, но хочется семьи, хочется детей, хочется будущего, а ничего сделать с собой не может. Ну, еще очень часто в нашем обществе женщина берет на себя сверхобязанности, да, и тогда она такая мужик в юбке. И, конечно, в этом состоянии у нее уже не хватает сил на то, чтобы разобраться, наладить, понять другого. Ей хочется, чтобы ее поняли, пожалели, потому что она там отпахала смену, сделала очень-очень много. То есть перегруз вот такой вот в современном мире женщин, смена идентичности, ролей смена, она приводит к тому, что ни мужчина, ни женщина в итоге несчастливы, да, несчастны в семье. А еще очень часто, я думаю, у многих откликнется это сейчас, женщина бывает мамочкой для своего же мужа. И она, может быть, поначалу и сама так начала общаться, а впоследствии и так тяжело, и так это утомило быть одновременно и женщиной, и мамой для своего мужа, а еще и, может быть, для нескольких детей. Бывает такая ситуация, когда женщина приходит и рассказывает, что она то ненавидит своего мужчину, то жить без него не может. И мечется как в клетке между двумя этими противоположностями, и жизнь ее не меняется, и превратилась в сплошную муку. А еще очень часто мы слышим, что не ценит, не понимает супруг. Бывают такие моменты, когда мужчина взял полностью управление финансов в свои руки, практически дает деньги буквально там, ну, под счет, под какой-то отчет, под какие-то такие там. Да, такой случай был. Да, такие вот это самое. Очень сложная ситуация была, да, к нам приходили. И хочется вот тогда спросить, да, вот если женщины уже в нашей реальной жизни так много ролей на себя взяли, а мы тут еще с тренингом, да, там вот девочка, королева, хозяйка, любовница, нет ли ощущения, что еще больше? На женщину мы накладываем обязательства в связи с тем, что вот столько ролей ей предлагаем. Ну, я думаю, речь идет именно о том, чтобы эти роли не были такими тяжелыми и не забирали так много сил у женщины. И в их реализации женщина находила себя и радость для себя, прежде всего для себя. И для мужчины, с которым она вместе. А мне еще очень хочется сказать, что эти роли внутри женщины, они, когда они в мире, когда они уступают спокойно место друг другу, когда женщина спокойно себя воспринимает как хозяйка и не сердится, что вот опять вот этот фартук, вот эта посуда, да, а превращает приготовление пищи в медитацию, когда она может с радостью под струю воды там смыть обиды и смыть с посуды. О, как ты говоришь! Да, я тебя уговариваю. А потом, когда у нее там такое настроение, что ей хочется чего-то там красивенького, там вкусненького, она там чувствует себя девочкой, да, там просит воздушных шариков, она тоже в себе это принимает. Тогда ей легко потом принять и роль королевы,
Я думаю, вот как-то так, да, когда эти роли с собой в ладу, то женщина тогда может действительно быть счастливой и сделать счастливым свою семью. Дорогие наши участники, мы сейчас перечислили достаточно много проблем. Может быть, вас они совершенно не касаются. Поставьте, пожалуйста, плюсик, у кого хотя бы одна из этих проблем, и может быть, кто-то захочет даже и написать как-то чуть более подробно, о чем именно, что в ее жизни происходит. А я вижу, да, спасибо, Надежда, я так понимаю, это практически весь полный список, да? Может быть, еще кто-то отреагирует? Понятно, да, спасибо, спасибо. Будем превращать в букет цветов, да? Хорошо, есть, спасибо. Есть вопросы, спасибо за обратную связь. Попали в точку. Либо мужчина не хочет, либо женат, да, к сожалению, это тоже бывает. Так. Кому сложно будет сейчас общаться, говорить, да, вот мы приглашаем на онлайн-консультации, и у нас бонус для тех, кто сегодня, 20 минут онлайн-консультации бесплатно. Я думаю, что вы можете писать, зайдя на наш блог, и мы сбросим вам адрес своей электронной почты, вы можете написать и пообщаться с нами. Спасибо вам за обратную связь. И я хочу сказать, что, конечно, вот описание этих проблем очень общее, и с каждым вашим случаем нужно разбираться индивидуально. И вот именно хочу подчеркнуть, в этом особенность нашего метода. Мы работаем не вообще, не как бы давая какие-то общие рекомендации каждому человеку, каждой женщине, а работаем с каждым индивидуально. Вот смотри, Юля, двойственная природа женщины. Вот я о чем говорю. Мы сейчас будем устраивать не двойственную, а вот тройственную, даже больше, когда будем говорить о женских ролях, об ипостасиях. Вообще, личность любого человека, она настолько многогранна, что мы можем это увидеть для каждого индивидуально. Да? Поговорить взагалі можно, что вот там вот есть такая роль, такая у каждого из нас внутренний ребенок, девочка, есть хозяйка, которая часто связана с матерью. Но как именно внутри это у вас, вы можете увидеть в процессе системной работы, в процессе расстановок, то, чем мы занимаемся и приглашаем вас. Это вот удивительно, что именно для вас будет раскрываться ваша ситуация. И в процессе системного моделирования даются общие рекомендации для всех и каждого. Результаты касаются только вашей ситуации, только вашей личности. Вы не только услышите, ну и увидите ответы на свои вопросы собственными глазами. Вы почувствуете их всем телом, как энергию, как состояние. Участники нашего вебинара, пожалуйста, нам бы хотелось узнать, кто из вас присутствовал при расстановках или хотя бы что-то о них слышал. Поставьте, пожалуйста, плюсик, чтобы мы сориентировались, насколько подробно и откуда нам начинать говорить об этом. Ага, спасибо. Часть наших участников были. Спасибо. Не слышала, Оксана. Спасибо. Ну, тем будет интереснее услышать. Может, в интернете много информации, а при случае приглашаем к нам. Хотим сказать, что у этих проблем, о которых мы сейчас сказали, есть два уровня. И с двумя уровнями работают психологи. Это уровень сознательный и уровень бессознательный. На сознательном уровне часто основой проблем бывает плохое знание особенностей мужской и женской психологии, которое в конце концов приводит к таким ложным убеждениям, ну, например, все мужики сволочи или все женщины ведьмы. Именно вот этот уровень сознательных ошибок каких-то или ошибок, которые происходят на уровне сознания, очень хорошо, по нашему мнению, раскрывает в своей книге прекрасный автор. Это Грей, книга называется «Мужчины с Марса, а женщины с Венеры». Да, мы сейчас бросим вам ссылочку. Ну, не ссылочку, а название. Я думаю, что кто-то из вас читал. Она прекрасно ищется в интернете. Очень рекомендую почитать, потому что для очень многих людей, с которыми мы работаем. Алена читала уже. Да. Сначала знакомство, а потом выполнение этих правил. Решают большое количество ситуаций, которые возникли у них в семье. И я хочу сейчас привести такой кратенький пример о том, что же происходит на основе различий мужской и женской психологии. Вот с чего и начинается книга, она пишется о том, что мы по-разному, мы, женщины и мужчины, по-разному реагируем на стрессовые ситуации. И, например, мужчина возвращается домой, у него что-то случилось на работе. Он возвращается, он замкнут,
это особенность мужчины, он замыкается, когда у него происходит проблема, он приходит домой, садится, и жена видит, а женщины, делаю вам еще один комплимент, женщины вообще прекрасно читают по лицам, по телу, и они сразу чувствуют, они сразу видят, чувствуют, что что-то произошло. Что-то произошло, пришел не в том состоянии духа, да, в котором он обычно. И что обычно женщина делает, она говорит? Говорит, любимый, что произошло, расскажи, что случилось, да, вот она вся внимание, она хочет узнать. На что мужчина отвечает, ничего не произошло. Женщины даже не догадываются, что мужчине больно вспоминать о том, что у него была какая-то неудача и какая-то проблема. И он, еще раз повторяя, еще раз рассказывая об этом, еще раз переживает стресс. Для него лучше не говорить об этом. В свою очередь женщина думает, ну раз он мне не рассказывает, значит он меня не любит. Да, вот почему-то и кажется, что обязательно все о своей жизни мужчина должен рассказать при первом же, да, случае. При этом причина-то в том, что женщина, когда у нее возникают какие-то проблемы, она хочет поговорить об этом, она хочет рассказать, она хочет, чтобы ее выслушали. И она думает, что мужчине именно это нужно. А мужчине нужно помолчать об этом. И когда женщина говорит еще раз, милый, расскажи, так что же случилось? Ничего, отстань от меня. Ну, это когда она отстаивает и пытается все-таки выяснить, даже возникает скандал. Да, практически уже конфликт после таких фраз и такого общения. Ну, а с другой стороны, если, ну, в противоположной ситуации, если женщина, у нее что-то случилось, мужчина это видит, он думает, ну, я не буду трогать. То есть, что у него случилось же, да? Если я буду трогать, ей будет больно, мне не будет неприятно рассказывать. И мужчина старательно делает вид, что ничего не произошло. А женщина ходит, вся расстроена, у нее там практически все на лице написано, делает даже, может, какие-то замечания, слова, и видит, что мужчина просто не реагирует, и ему вроде бы как бы все равно. А мужчина старательно выполняет свою программу защиты, да, свою программу защиты от стресса. Он не мешает женщине уйти в себя и там где-то собраться и восстановиться. Да, то есть он делает как бы то наилучшее, что он бы делал для себя. Но еще я думаю, что многие мужчины это делают не понимая, да, то есть они так чувствуют где-то внутри, что им бы было хорошо, чтобы их не трогали. И они не трогают женщин. То есть на бессознательном уровне они просто ее как бы не достают, да, оставляют в покое. Вот интересный вопрос у нас. Да. Правильно ли жалеть мужчин, если или они этого не любят? Я так скажу. Мужчина, скажи правильно. Я как мужчина скажу, да. Я отвечу так неоднозначно. Жалеть нужно, но не давать им чувствовать, что вы их жалеете, да. Потому что когда вы их жалеете, у них возникает ощущение, что он неудачник, что он никто и зовут его никак. И в принципе мужчин учат самих справляться с проблемами. Поэтому, кстати, очень часто мужчины только в крайних случаях обращаются или к психологам, или куда-то еще за помощью. Мужчине нужно почувствовать, что в него верят. Если его жалеют, то, скорее всего, к нему относятся как к ребенку. И ему это очень неприятно, потому что был период, когда он рос, ему было там 14-15 лет, мама ему говорила, вот то-то сделай, он не хотел, она его заставляла, он очень долго боролся за свою самостоятельность. И тут теперь уже жена, да, с которой как бы у него другие отношения, начинает вдруг его жалеть как ребенка. Ему это может быть очень обидно и неприятно. Поэтому, скорее всего, нет. Но если вы молча его пожалеете и где-то как-то учите... Я думаю, что есть такое вот у психологов слово «эмпатия» называется, да, сочувствие. Другими словами, понимание, что сейчас переживает человек, который рядом с вами. Если вы хорошо видите, что он в стрессе, что ему плохо, у него может быть там... Ну, неприятности, вы видите, что ему как-то вот так вот, да, и у вас возникает сопереживание, то вы найдете правильные слова, слова поддержки, так, чтобы и не ущемить его мужское достоинство, да, и в то же время, чтобы пообщаться с ним вот в эмпатии, в сочувствии, потому что слово «жалость», оно как-то... Почему наоборот, да? Я молчу, а мой мужчина говорит о проблеме. Я хочу вам сказать, что у нас тоже часто бывает наоборот. Потому что есть общие правила психологии, да, и есть особенности, как сформировалась та или иная личность. Поэтому, ну, значит, у вас вот так, не совсем по правилам,
Ну, вы нашли, да, нашли взаимодействие, потому что другой человек может поговорить, поддержать, а кому-то лучше побыть отдельно. Бывает очень сложно, когда оба одинаковых. А вот именно когда вы разные, вы сходитесь, и вы начинаете взаимодействовать хорошо, у вас может получиться отличный союз. То есть вы дополняете друг друга. Да, это очень большая и важная тема. Мы только прочерком коснемся ее. Сейчас, я думаю, многим из вас знакомо такое явление, когда у женщин появляются мужские черты, а у мужчин появляются женские. Тогда вот те правила, о которых мы говорим, они будут для мужчины неприменимы. Если вы чувствуете, что в вашем мужчине есть много женского, присмотритесь, как он реагирует, и тогда, возможно, действительно ему важно и нужно поговорить о проблеме, и тогда он облегчится. Не исключено, что это ситуация, когда он вырастал рядом с мамой, и он научился именно так себя вести. То есть он получил женский пример поведения, считает, что это правильно, и ведет себя немножечко как женщина. В этом нет колоссальной проблемы, но об этом нужно знать, на это нужно правильно смотреть и правильно учитывать. То же самое я хочу сказать, что многие женщины могут заметить за собой мужские черты. Да, я вот хочу сказать, что мне, когда я в стрессе, да, очень хорошо отойти, побыть, поразмышлять. И попытка как бы сразу со мной говорить может сложно закончиться. Я просто знаю эту свою особенность и выстраиваю уже отношения как бы с пониманием того, что внутри меня происходит. Кстати, вот такая ситуация часто бывает с людьми, которые сами себя четко осознают, как, например, папины дочери и мамины сыновья. Есть 4 термина, я сейчас их проговорю, а потом чуть-чуть коротко объясню, чем они отличаются. Вот папины дочери и папенькины дочери, мамины сыновья и маменькины сыновья. Вот папины дочери и мамины сыновья – это мужчины и женщины, у которых довольно сложно сложились отношения, они вырастали в каком-то отторжении или в каком-то борьбе с мамой или с папой. С мамой у сыновей, а с папой у дочерей. А вот папенькины дочери и маменькины сыновья – это избалованные дети, да, у которых все было прекрасно, и у них там так хорошо, что они какой-то частью своей души до сих пор остаются детьми, потому что так прекрасно было бы быть в детстве. Ну и то в каком-то смысле проблема, но с другой стороны, всегда это дает нам какой-то ресурс. И когда у нас жесткое противостояние, вот именно папины дочери, то есть, ну, например, дочь, наш клиент говорит, я спрашиваю, а как с папой отношения? Она говорит, у меня папы нет. Я говорю, как папы нет, а что-то случилось? Вот нет, он 2 года ушел. Его просто нет, да, я вообще не хочу о нем говорить. То очень часто вот такой у женщины могут возникать мужские черты, потому что наше бессознательное по определенному закону, оно делает нас теми, кем мы не хотим быть, теми, кого мы отвергаем. Да, как бы бессознательно копируем их модель поведения, потому что у бессознательного есть такая особенность, то, что не проявлено вовне, если нет папы рядом, да, все равно внутри он-то чувствуется, человек состоит наполовину из маминых генов, из папиных генов. И тогда ребенок начинает, молодая женщина начинает в себе вот этого папу искать. Она может стричься коротко, она может себя так вот в обществе вести, так с такими мужскими решительными чертами. И для таких вот женщин, да, которые вот тоже клиенты, для них хороший вариант подумать и примириться с теми проблемами, которые были в детстве, когда папы нет, да? Человек есть, а папы нет. Как такое может быть, да? А вот так вот. И тогда проблема становится мягче, женщина становится мягче, все налаживается. И я хочу сказать, что системное моделирование делает акцент именно на вот этих бессознательных блоках и ограничениях. На вот том черном ящике, который открыл еще Зигмунд Фрейд, и с которым, к сожалению, мы сами ничего сделать не можем. Ну, у нас не получается, потому что туда доступа нет. Очень часто психологи говорят, там, полюби себя, вот делай так, а делай не так. Вот я как раз тот человек, который попал в психологию и, так сказать, познакомился с ней, потому что я знал, как нужно делать, но у меня не получалось. Мне нужно было решить свою личную проблему, но я все время как лошадочка по кругу, 1001 раз, одно и то же, я пытаюсь все это изменить, у меня ничего не получается. Вот именно с такими проблемами и работает метод системного моделирования или расстановок. Значит, вопрос можно? Да.
жить один, самостоятельный, самодостаточный, успешный. Он самодостаточен и успешен, и не хочет быть женщиной. Правильно я вас понимаю, Лидия? Коротко ответьте, да или нет, потому что ну, слова можно истолковать по-разному. Хочет, но боится, наверное. Ну, вот видите, успешный в чем-то, но где-то есть страх. Это сразу чувствуется способ защиты. Да, я самостоятельный, у меня все хорошо, но если его границы переходит какой-то другой человек, то закрывается, да, то есть где-то травма есть. Скорее всего, это, ну, с этим человеком, во-первых, нужно очень бережно общаться и знать, какие границы у него есть. И тогда они начнут понемножку расширяться. Лидия, я бы, если бы этот человек, мужчина, был моим клиентом, или если бы вы были моим клиентом, я бы сразу же спросил, знаете ли вы о его отношениях с мамой и насколько они напряжены. Вообще, я хочу сказать, что мы отвечаем на эти вопросы, но придерживаемся принципа, что у каждого ситуация уникальна и индивидуальна, и ее нужно исследовать теми методами, которые мы используем. Поэтому каждый раз, отвечая, мы немножко опасаемся, что мы можем не точно ответить. Нужна дополнительная информация, да, ну вот... Когда у человека слишком жесткие границы, а здесь звучит вот такая вот, да, динамика, это значит, есть страх пустить кого-то, значит, кто-то когда-то сделал очень больно. Можно об этом знать и как бы стараться, да, вот так выстраивать общение. Либо с этим человеком хорошо бы было, конечно, поработать. Спасибо за вопрос. Очень приятно живое общение даже в таком формате. И в нашем бессознательном очень большой объем разной информации, о котором современные люди не всегда знают. Например, есть ситуации, с которой родился метод расстановок. Это перенос судьбы из опыта прошлых поколений. Возможно, кто-то сам замечал, что, например, в его судьбе как-то отражается судьба бабушки или чем-то похоже. Или вот уже несколько поколений в семьях, вот в вашей семье, в семьях ваших родителей, в семьях ваших бабушек и дедушек, отношения между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми складываются очень похоже. Есть травматический опыт, который наше бессознательное скрывает от нас, а потом влияет этот опыт на наше поведение. Есть бессознательное копирование моделей поведения родителей. То есть мы иногда, проживая в сложной семье, говорим, мы не будем такими, мы будем себя вести иначе, мы построим свои отношения с мужчиной, с детьми по-другому. А потом проходит какое-то время, и мы, если честно смотрим, так скажем, на свое поведение, мы видим, а вот я сейчас себя веду так же. Практически так же, да, и как грустно, что это произошло. Все это бессознательный уровень нашего опыта, который нуждается в особом внимании, скажем, внутреннем. И многие вещи, которые мы понимаем, они перестают на нас влиять. Да, вот Юлия пишет, да, похоже с бабушкой, две одинаковые судьбы. Очень часто, не отслеживая какие-то моменты, мы бессознательно повторяем то же поведение родителей, те же сложные переживания, которые были вообще в судьбах наших бабушек. Там очень много боли, сложностей. И кстати, я хочу сказать, что да, женщины очень часто связаны со своими бабушками, а мужчины часто со своими дедушками. Это какая-то на более такая явно проявляющаяся связь, и судьба может повторяться очень часто. Да, может быть и копирование, особенно если это был такой вот значимый, близкий человек. Иногда складывается так, что бабушка даже ближе мамы. Вот. И может быть не решены эти проблемы, не решаются эти проблемы. Последствия могут быть очень серьезными. Мы видим, к сожалению, часто уже распавшиеся семьи, а бывшие супруги еще любят друг друга. Очень часто это искалеченная судьба детей, болезни, преждевременная старость и, в принципе, к сожалению, увы, преждевременная смерть. И подобную же ситуацию буквально вчера мы на индивидуальной работе с одной девушкой 17 лет, у которой так сложно, так... 18 лет ругаются родители, а ребенок чувствует себя брошенным и одиноким. И явно видно, она не решилась сказать, но я нашел, так скажем, себе смелостью прямо спросить. Я говорю, ты думаешь о самоубийстве? Она говорит, да. И такой мороз по спине у меня пробежал от этих слов. А на психосоматике на уровне болезни у нее аллергия.
у нее отторжение обеих родителей. И эта вот ситуация, в принципе, вообще, крайне... Вообще множество болезней, да, вот они связаны именно с нашим психологическим состоянием. И даже уже, ну вот медики, они вынесли там вот 7 заболеваний. Это и гипертония, и болезни желудочно-кишечного тракта, вот, и другие, которые... Абсолютно точно нужно решать не только медикаментозно, но с помощью психолога, психотерапевта. Но почему-то немногим людям, когда они приходят к врачу, об этом говорят. То есть люди безуспешно там пьют лекарства, не меняя ситуацию в семье, не меняя отношения к этой ситуации. Ну и последствия плачевные, да, вот. И сейчас мы хотим перейти к объяснению, ну, только лишь самых основных, самых важных принципов темной семейной психологии. И вот на слайде вы видите фразу, очень красивую, по моему мнению, фразу: «Люди состоят из людей». На картинке видно, что эту фразу можно истолковать чуть-чуть иначе. «Дети состоят из родителей». Судьбы детей и родителей связаны и часто повторяются. И отношения очень часто между родителями и детьми очень сложные. И сейчас мы хотим провести для вас одно упражнение. Пожалуйста, сядьте поудобней. Положите руки на колени. Если это возможно, прикройте глаза. И представьте перед собой свою маму и своего папу. Позвольте себе почувствовать то, что вы чувствуете. И то, что вы чувствуете, может быть разным. Но смотрите на них. И если можете, можно вслух, можно про себя. Повторяйте за мной те слова, которые я скажу. Милая мама, я принимаю от тебя все, что ты даешь мне. Все целиком. И все, что с этим связано. Я принимаю это за полную цену, которое это стоило тебе, которую это стоит мне. Это поможет мне чего-то добиться, тебе на радость, мне для успеха. Это не должно быть напрасно. Я крепко это держу и дорожу этим. И если можно, я передам это дальше, так же, как это сделала ты. Ты моя мама, я принимаю тебя такой, какая ты есть. А я твой ребенок. И я принадлежу тебе. Ты для меня самое лучшее. А я лучше всех у тебя. Ты большая, а я маленький ребенок. Ты даешь, я беру. Милая мама, я рада, что ты приняла папу. Вы оба для меня самые лучшие. Только вы. Перейдите взгляд, пожалуйста, на папу и скажите: дорогой папа, я принимаю от тебя все, что ты даешь мне. Все целиком. И все, что с этим связано. Я принимаю это за полную цену, которую это стоило тебе. И за цену, которую это стоит мне. Это поможет мне чего-то добиться. Тебе на радость. Мне для успеха. Это не должно быть напрасно.
Я крепко это держу и дорожу этим. И если можно, я передам это дальше. Так же, как ты. Ты мой папа. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. А я твой ребенок, и я принадлежу тебе. Ты для меня самый лучший. А я лучше всех у тебя. Ты большой, а я маленький ребенок. Ты даешь, я беру. Дорогой папа, я рада, что ты принял маму. Вы оба для меня самое лучшее. Только вы. Откройте, пожалуйста, глаза. Если есть желание, поделитесь. У всех ли это получилось? Может быть, вы испытывали разные сложные чувства? Может быть, кому-то не захотелось говорить эти слова папе или маме? Спасибо. Поставьте плюсик, кто участвовал в медитации. Нам очень важно узнать. Обратная связь для нас. Кто был с нами в этот момент. Спасибо. Для ребенка, который чувствует примирение, очень сложные бывают судьбы, который чувствует примирение к своим родителям, хорошо складывается судьба. Да, могут быть и обиды, и слезы. И злость. Что-то может подняться, что-то может завершиться. Но однозначно там, где ваши родители, там, где ваше детство, ваша сила. И наблюдая эти точки, обращая туда свое внимание, однозначно вы становитесь успешнее, спокойнее, счастливее. И мы продолжаем, да, вот на этом пути. Я хочу сказать, что это бывает очень сложный путь. И мы не призываем к тому, чтобы сказать вам, тебе нужно примириться с мамой, или там тебе нужно принять своего папу, и тогда у тебя все будет классно. На самом деле это очень бывает сложно и очень длинный путь. Я хочу рассказать один случай из нашей практики, как изменение отношений с мамой дало женщине возможность иметь ребенка. У этой женщины уже был ребенок, но был второй брак. И было точнее, даже двое детей, но был второй брак. И ситуация, когда она сошлась с мужчиной, с любимым мужчиной, у них все прекрасно. Но вот единственная такая вот, да, боль и проблема была в том, что у них не получалось иметь детей. А еще произошла ситуация, она забеременела, и когда мама приехала, а мама работала за границей, у нее настолько был большой стресс от того, что у нее такие сложные отношения с мамой, такой большой стресс, что произошел выкидыш. И после этого много лет она хотела, но у нее не получалось. И даже не полное, а частичное примирение с мамой, успокоение – дала ей возможность снова забеременеть, и мы теперь с удовольствием видимся с этим мальчиком, да, наблюдаем это. И, в принципе, для нас это очень хороший, счастливый результат. Хотелось бы, чтобы больше было счастливых семей и побольше деток. Побольше здоровых, красивых, счастливых деток. Да, потому что иногда наши родители могут не одобрять что-то в нашей жизни. Да, вот в этом ситуации, было уже у этой женщины двое детей, они уже взрослые. Встретила она своего мужчину любимого, да, уже в таком возрасте, когда мама говорит, зачем третий ребенок? Чему вам это? Мама живет одна, там мотается между Италией и Россией. Ей не понять, зачем человеку еще один ребенок, женщине и мужчине, да. И настолько влияют мамины установки, что практически на бессознательное, да, вот действует и женщина. Не могла беременеть, не могла выносить этого ребенка. Поэтому взрослеем, становимся самостоятельными личностями и достигаем тех целей, которые хочет именно наша душа, а не то, что нам говорят, там, делай так, ходи сюда не ходи. Я хочу сказать Юле о том, что если или Юле и Анастасии, что вы действительно можете ничего не почувствовать,
И у этого может быть разная причина. В принципе, не всегда удается это сделать в воображении. Это, кстати, метод системного моделирования, одна из форм работы. А иногда просто настолько не хочется смотреть в сторону родителей, что ничего не чувствуется. И так легче и комфортнее. И даже в каком-то смысле для вас правильнее. И сейчас мы сделаем еще одну медитацию, проведем еще одну медитацию. Может быть, да? Подожди. Я хочу сказать еще один принцип, еще одно важное такое положение системного моделирования из системных отношений. Это то, что если разрушены отношения с одним из родителей, рано или поздно возникает разрушаются отношения с другим. Ну вот очень часто бывает, что с папой напряженные сложные отношения, дочь заняла позицию мамы, отрицательно относится к папе, но через какое-то время возникает ощущение потери связи с мамой. То есть, нарушив отношения с одним из родителей, мы почти неизбежно нарушаем отношения и с другим. И тогда возникает ситуация, которую еще в 19 веке философы назвали таким страшным словом «Бог умер». Почему так? Потому что для нас, как для детей, родители почти как боги. Они такие большие, они всемогущественные в детстве. И вот это ощущение в культуре «Бог умер», оно связано с потерей религиозной веры тогда, в 19 веке, а на личном, эмоциональном уровне с потерей связи ребенка, детей с родителями. И вот то отчаянное состояние, нарисованное на этой картинке, да, растрескавшаяся земля, иногда в душах детей, которые потеряли связь, ощущение связи со своими родителями. И вот сейчас... Прикройте глаза. Когда я выросла, я поняла, что вы мои родители, вы не боги, что вы такие же люди, как и я, и что вы имеете право ошибаться. И ваши ошибки вам самим очень дорого стоят. Я больше не хочу стоять между вами и быть за кого-то или против кого-то. Мама, прости, но для меня мой папа — это мой папа. И для меня он самый родной и самый лучший. Папа, и ты прости, но мама — это моя мама. И для меня она самая лучшая мама. И то, что между вами, касается только вас. Для меня вы всегда папа и мама. И в моем сердце есть место для вас обоих. И можно сделать мысленный поклон обоим родителям с благодарностью, что эти люди дали вам жизнь. Самое главное. А все остальное вы можете сделать в своей жизни сами. Спасибо. Я хочу ответить Лидии, что, как она говорит о своем отце, что так бывает, да. Бывает так, ну, даже вот как бы в сердце так закрыт доступ к ощущению отца, что вообще ничего не чувствуешь. Да, Анастасия пишет, что слова медитации не соответствуют действительности. У каждого своя действительность, да, у каждого свой мир, свои переживания. И в действительности, вот вчера был у нас клиент, была девочка, да, в которой явно видно было, что мама перетягивает ее внимание на свою сторону, отец злится, в семье напряжение,
то, что родители не могут решить между собой, они переносят на ребенка, да, то есть пострадавшей стороной всегда является ребенок. И лучше всего это поклониться родителям и почувствовать, что они, вот они вдвоем и могут решать свои проблемы. А я, как человек, как будущее, пришел в этот мир, и я смотрю на них с благодарностью, но я самостоятельная личность, и в этом мире я буду действовать и решать свои проблемы, не оглядываясь на ту боль и обиды, которые могут нас опять якорить, оттягивать в детство. Да, и не брать на себя то, что нам не принадлежит. Угу. Часто мы стараемся исправить или папу, или как-то показать ему свое неприятие, или маму. И ведем себя с ними, как будто мы тоже взрослые, да, как будто мы можем заставить или как-то изменить. Но это невозможно. И то, что происходит между папой и мамой, это их отношения. И часто бывает очень сложно, но важно и нужно оставить их отношения им. Именно об этом была последняя медитация. И еще, если вы почувствуете, как вы обижаетесь на слова мамы, на то, что она говорит не так, о том, что она вас не понимает, какая у вас боль и обида от этого, вот в этот момент мы вспоминаем, что мама — это не Бог, она просто женщина, которой не учили психологии, и она может ошибаться и может вас не понимать. И это дает некоторое примирение, успокоение. Вот об этом, если простыми словами. Анастасия, будем очень рады пообщаться с вами в онлайн-консультации. Я чувствую, что много вопросов, и мы с удовольствием еще поможем вам разобраться в этом. Я еще хочу сказать о том, что реальный пример ситуации подобного же рода – это вот женщина 35 лет, у которой произошла ну, такая вот в ее детстве ситуация, что отец в 3 годика, когда ей было, он ушел от мамы, и мама сказала: «Папа нас бросил». И для этой женщины дни рождения превратились в самые мучительные и страшные дни. А почему? Потому что именно в дни рождения раз в год папа обязательно приходил, дарил подарки, но девочке не хотелось его видеть, она забивалась в угол, она переживала очень сложно, потому что папа предал, папа бросил. И так она прожила жизнь до 35 лет. И нашла себе мужчину, который был рядом, но был очень отчужден. Он как бы был, и его как бы не было. В своей жизни она очень выглядела таким радостным, успешным человеком, но в ее душе было очень много боли. И до того момента, когда она не почувствовала, как любит своего отца. И после того, как она это почувствовала, тренинг закончился, а она все плакала и плакала, плакала и плакала. А когда она выплакалась, и на душе на ее наступил мир, мы потом об этом узнали, оказалось, что отец ее любит. Оказалось, что у него прекрасная новая семья, которая с широкими объятиями приняли ее. А оказалось, отец был настолько, был, потому что он, к сожалению, уже умер, настолько прекрасным человеком, и вот то все люди всегда потом и на похоронах говорили о том, что какой удивительный человек умер. И у этой женщины, у этой дочери была возможность хотя бы несколько лет перед смертью отца найти его и пообщаться с ним. Так бывает. Сейчас вам это может казаться странным или, может быть, даже невозможным. Но, вы знаете, прекрасная часть нашей профессии, нашего дела, это в том, что... Вот я часто говорю людям, я еще ни разу не видел людей, которые бы преднамеренно делали зло. Я пришел к тому же убеждению, к которому пришел основатель этой техники. Практически за всеми действиями людей, которые потом оборачиваются злом, стоит доброе намерение. Срабатывают, увы, из-за вот этих бессознательных проблем срабатывает правило. Хотел как лучше, а вышло как всегда. И тогда любовь, изначальное чувство, которое нас связывает, любовь родителей к детям, детей к родителям, мужа к жене, жене к мужу, превращается в свою противоположность, в раздражение, в ненависть,
в какую-то обособленность. И за всеми этими чувствами, вот в чем я говорю, прекрасная суть нашей профессии, можно увидеть. И это видим мы, и это видят люди, которые с нами на тренингах, с нами в индивидуальной консультации, что за этим стоит совершенно другой мотив. Но так получается. Жизнь сложна, и наши родители тоже люди. И они могут делать так же ошибки, как делаем их мы. На вопрос Юлии, да, что же в ответ было с семьей, в которой девочка потом приняла отца? К сожалению, манипуляция ребенком, а именно так называется, когда одна сторона, чаще это мама, с которой остается ребенок, подает ситуацию как бы под своим соусом. Да, вот папа такой плохой, он нас бросил, и мы его накажем. Ну, мама, конечно, наказала папу тем, что не дала общаться с ребенком много лет. Но таким образом она и наказала ребенка. И здесь очень важно, с одной стороны, чтобы ребенок, да, выросшая девушка, она приняла отца для того, чтобы она смогла построить хорошие такие вот гармоничные отношения, почувствовать себя женщиной. Потому что если мы не принимаем отца внутренне, нам очень сложно принять партнера. И вторая мудрость потом уже этому человечку снова принять маму, которая сделала много в своей жизни ошибок, да, вот и себя лишила как бы мира в душе, потому что она вот несла вот это вот напряжение для ребенка все годы и для себя тоже. И, ну вот поставила ярлык «плохой отец» и не дала мужчине, который не стал с ней счастливой, да, когда они стали парой счастливой, проявить себя иначе, проявить себя хорошим отцом. Вот. Принять потом этой девушке и маму. Вот. Это очень сложно, конечно, но для этого мы растем, да, не виснем на этих точках, мы обращаемся к психологам, к новым технологиям. И ну, хочется, чтобы наша жизнь была прожита ярко, красиво, и старость пришла вместе с мудростью. А мудрость вместе с старостью. Учим с 3 лет. Учим все индивидуально. То есть родной отец очень важен. Даже если вы росли с отчимом, принятие вот той ситуации, которая была с вашими родителями, очень важно. Это дает большое продвижение как к деньгам, потому что деньги — это вот мужская энергия, так и в личных отношениях. Еще я хочу сказать, очень важно, чтобы вы, ну как бы... Я думаю, расставание с отцом ребенка было сложным. Чтобы вы нашли себе в силы, в душе, найти примирение с ним и сохранить уважение к нему. И тогда у вас при взгляде на вашу дочь не будет иногда чувства «Ой, совсем как папа!» И вы не будете ей этого говорить, что ты ведешь себя так же вот нехорошо, как папа. И у души девочки не возникнет то внутреннее раздвоение, которое мы хотим сказать сейчас. И если то же самое с уважением к предыдущему супругу, ну с какой-то долей уважения к предыдущему супругу, сможет относиться к нему и новый мужчина, отчим, я думаю, тогда ситуация будет более или менее благополучной. А если боль, ненависть, отторжение продолжается, ребенок его чувствует, а у него половинка состоит из папы. И он чувствует, что к папе так относятся, и к нему так относятся. И вот происходит вот то, о чем следующий наш слайд. Это внутренний конфликт, внутреннее отторжение, самоотторжение себя. Вот я говорил о том, что психологи часто говорят «полюбите себя». Вот когда такая ситуация, полюбить себя почти невозможно. Есть ощущение, что я ненавижу себя. И у этого человека могут быть какие-то успехи, но будет такая динамика. Он будет чего-то достигать, добиваться, а с какого-то момента все это разрушать и терять. И сейчас мы хотим провести еще одно короткое упражнение. И попросим вас сделать уже совсем необычное. Сядьте, закройте глаза. И представьте перед собой самих себя. Посмотрите на себя и прислушайтесь. А что вы чувствуете к себе? И это могут быть разные чувства.
Может быть, кто-то не хочет на себя смотреть. Может, кому-то больно. А у кого-то ощущение, что ему хочется отвернуться. Но я прошу вас продолжать смотреть на себя, в глаза самому себе, несмотря, возможно, на разные чувства, сказать себе: «Я люблю тебя. Я полностью принимаю тебя. Я принимаю свою душу и тело. Я принимаю все, что я делаю, кем я стал, стала или стану. Если у вас получится, мысленно подойдите сами к себе, возьмите за руки и обнимите себя. К сожалению, у нас нет возможности видеть ваши глаза, ваши реакции. Это особый формат, вебинар. Но если есть сейчас желание, поделитесь с нами, что вы почувствовали во время этого упражнения. Мы бросим ссылочку, как можно с нами связаться. У нас есть блог. Вы можете писать, задавать вопросы. Мы с удовольствием пообщаемся с вами и в формате онлайн, в голосовом формате и в виде письма. Сейчас мы сбросим вам ссылку на наш скайп, и вы сможете связаться по скайпу. Очень приятно. Много... Приятно услышать, да, не знаю, как имя необычно набрано, но очень радостно. Обняла, расплакалась. Я поздравляю вас, Ирина. Александра, прекрасное создание. Тоже очень приятно, что есть хорошие встречи с самим собой. И поздравляю вас. Многие из вас сделали шаг навстречу самому себе, к своему внутреннему ребенку. А внутренний ребенок – это наша творческая сила, это возможность находить решения тогда, когда кажется, что этих решений нет. Возможность добиваться успеха и в личной жизни, может быть, в бизнесе, в деятельности. И настолько, насколько вы будете в ладу в мире с самими собой, настолько будет у вас в жизни все хорошо. Вы будете чувствовать поток, магнит любви, пространство любви, которое вас окружает. Множество раз мы работали именно с принятием самого себя. И каждый раз мы видим резкое увеличение эффективности человека, достижение новых каких-то высот для него. И я думаю, что это очень важно для большинства из нас. Потому что у большинства такая вот ситуация в семье родительской, когда разделение, следовательно, внутреннее разделение у самого человека. Да, можно самому повторять это упражнение, и я бы даже рекомендовал. Спасибо. Итак, мы хотим сейчас сказать о том, что бессознательные проблемы могут встать на пути к нашему успеху и счастью. Да? Наш сегодняшний семинар еще посвященный теме счастья. Да? И вот пару слов коротко о том, что мужчины и женщины по-разному воспринимают эту тему. Тему успеха и счастья. И вот для мужчины успех – это вот чего-то такого добиться, а для женщин успех – это очень часто, и без этого не, женщина не может – это отношения. Мое собственное достижение, или не знаю, может быть, гипотеза, я хочу показать вам, как я вижу из своего опыта, что для мужчины успех, что для женщины успех. И сейчас на следующем слайде вы увидите мужской треугольник. Хорошо, что здесь нет мужчин, они бы меня, наверное, убили, сказали, ты за кого, за нас или за них. Но я думаю, что
В принципе, так оно на самом деле и есть. Для мужчины очень важно секс, деньги и власть. Именно к этому они стремятся. Я думаю, что, конечно, мужчины стремятся к этому. Но большинство мужчин, если у них нету других чувств, они стремятся именно к сексу, власти и деньгам. Неужели все так упрощенно? А как же любовь? Ну и любовь. Но секс сначала, да, вот как в фразе, да? Женщины ради любви готовы даже на секс. А мужчины ради секса готовы даже на любовь. В этом особенность действительно мужского восприятия секса. Но там все-таки в конце может быть любовь. Как вот в том анекдоте, да, когда женщина во время близости говорит, неожиданно мужчину спрашивает, говорит, а ты меня любишь? Он так удивленно поднимает брови, говорит, не, ну я не понял, ну а чем я сейчас занимаюсь? Именно это, да? И вот, да, я тоже пришел к такому выводу, что существует женский квадрат. Женский квадрат женских целей – это красота и здоровье, очень важно для женщины, любовь, которая, естественно, является продолжением вот этого чувства красоты и здоровья, семья, которая возникает на основе любви, и благосостояние, да. Конечно, в принципе, с милым и в шалаше рай, но желательно, чтобы это была совершенно другая ситуация. И я хочу сказать, что по нашему глубокому убеждению, по убеждению тренеров по системному моделированию, когда в семье лад, когда в семье гармонические отношения, энергия мужчины и женщины уходит не на то, чтобы мучить друг друга или как-то, да, иметь претензии. Она объединяется, усиливается, то есть 1+1 является не 2, а 3, и становится основой их благосостояния. Поэтому это тоже может быть результатом нашей работы. И все-таки, мне кажется, очень много мужчин мечтают именно о семье, об очаге, о том, чтобы у них был надежный тыл. И пока они там рвутся к власти или зарабатывают деньги, может быть, они это не произносят вот так вот, как цель, да? Но семья для мужчины тоже очень важна. И, ну, вот не хватает той картинки туда, на мой взгляд. Хочу сказать, что первоначально, когда мы учились системному моделированию, расстановкам, у нас, ну, как-то наши преподаватели не акцентировали момент на том, что есть женская и мужская тема, а просто уже опыт наших работы привел к тому, что есть разница, и что ей нужно уделить соответствующее внимание. И на основе вот такого понимания мной с Машей был разработан... Да. Люблю себя любимого. Цикл женских тренинг-семинаров, которые, в принципе, являются такой целой системой. Это вот «От девочки к королеве. Обретение гармонии женских энергий». «Мой идеальный партнер» или «Что нужно женщине». И «Сказка о любви» или «Как прожить вместе долго и не убить друг друга». Они, как я уже сказал, взаимосвязаны, на каждом из них прорабатывается определенная важная очень тема для гармоничных отношений, и рекомендуется проходить их по очереди. Ну, в принципе, можно проходить и в разброс. И сегодня мы хотим еще сказать о том, что когда мы проводили вам упражнения, это были вот одни из, ну, не все, но одни из форм работы по системному моделированию. Это так называемое упражнение расстановки воображения. Мы часто применяем их на тренинге, но базовой работой, так как оно был создан, этот метод, да, классика этого метода, это групповой тренинг, в котором часть людей помогает каждому конкретному человеку, пришедшему на этот тренинг, действительно разобраться, а что у него происходит. То есть говорить не вообще, не это, а что конкретно у него. Потому что очень одинаковые ситуации, на первый взгляд, могут давать очень разные причины, очень по-разному развиваться. И у кого-то может быть в семье какая-то трагедия, и кто-то умер, как вот сейчас на этом слайде видно, что есть травма потери у мужчины, и его внимание приковано туда, он практически не может обращать внимание на свою жену и как-то вообще присутствовать в отношениях. У кого-то может быть сложность в отношениях с родителями, у кого-то может быть еще какая-то причина. Этот метод, он, извините за такой сложный психологический термин, феноменологический. То есть он всегда изучает ситуацию конкретного человека в созданной модели.
И у этого метода есть две формы участия. Это человек, когда приходит на тренинг, он заказывает себе расстановку, а другой форма участия – это он просто присутствует, наблюдает, переживает, он видит чужие судьбы. И я вам скажу, что и то другое действует. Да, просто оно еще участвует в замещении. Да, вот заместители – это часть расстановочной работы, когда выбираются на роли, можно так сказать, люди из зала. И эти люди из зала получают много опыта и знаний, так как ситуация у людей часто похожа. И неожиданно, придя побыть заместителем, посмотреть на чью-то ситуацию, человек неожиданно разрешает для себя. Иногда даже больше, чем если бы он делал запрос. То есть и тот вид работы, когда вы делаете заказ или присутствуете как заместитель, только лишь, очень действенно. Ну, конечно, учитывая, что индивидуальная работа требует больше силы времени, участие, когда вам делается расстановка, оно дороже. Да, оно для вас самих решать, что вам для себя любимых, так или так. Но я думаю, что любой вариант, в принципе, может дать вам колоссальный результат. А сейчас мы хотим еще рассказать о том, в чем особенность, своеобразие тренинга от девочки к королеве. Возможно, мы уже слышали такие названия. Я их встретил у Ларисы Ренар. Меня заинтересовало, и я решил немножечко проэкспериментировать. О том, что у женщины, да, есть четыре роли. Это девочка, любовница, хозяйка и королева. Что это четыре роли, они связаны с эмоциональной энергией, это девочка, да, сексуальной энергией, это любовница с прагматической, материальной энергией, это хозяйка, да, и с ментальной или мыслительной энергией, это королева. Королева еще с профессиональным ростом очень часто связывается, достижения в бизнесе. Я хочу сказать, конечно, у женщины гораздо больше ролей. Мне очень нравится стихотворение, да, «Ты женщина, значит, ты актриса, в тебе столицы тысячи ролей. Ты женщина, значит, ты царица, возлюбленная всех земных царей». Но вот эти четыре роли, я думаю, знакомы вам и понятны. Поставьте, пожалуйста, плюсик, да, кто, в принципе, действительно видит в себе вот четыре таких ипостаси или четыре роли, и для кого это знакомо. Или какая-то роль, может быть, чувствуется хорошо, а остальные, может, напишите, какая роль чувствуется спасибо, мы благодарны вам за реакцию, за ответ. И вот, в принципе, девочка по самому названию, это связь с родителями, это связь со своим внутренним ребенком. И очень хотелось бы... А, королева, я понял, да, понятно. Хотелось бы, чтобы все было благополучно. И чтобы внутренний ребенок был такой вот радостный, улыбчивый, спокойный и вдумчивый, как на этих рисунках. Но очень часто мы встречаемся с ситуацией, когда все немножечко иначе. И там, в нашей глубине, в нашей девочке, в вашей девочке, да, с моих уст это звучит немножко необычно, в вашей девочке прячется, может быть, брошенный ребенок, плачущий, иногда даже озлобленный. Так как на этих рисунках, которые хочется даже, может быть, убить своих родителей. И ей там очень-очень плохо. И она осталась там в детстве. И в этом детстве, в этом страшном детстве пусто и одиноко. И может быть поэтому в вашей жизни вы встречаете мужчин, которые дают вам то же самое состояние. И бессознательно выбираете их себе в партнеры. Потому что эта боль нужно почувствовать, этой девочке нужно возвращаться. И снова плакать. И снова переживать ту боль, которую она пережила в детстве. Да, так уж устроено наше бессознательное, что то, что мы чувствуем внутри, мы с невероятным упорством снаружи возобновляем через каких-то события, через людей, ситуации. И разрешение, и покой внутри, оно дает другое состояние, оно дает гармоничную семью, гармоничные отношения. Вот. Именно поэтому мы приглашаем поисследовать свои роли, помирить их
Да, почувствовать себя королевой и любимой девочкой. Следующая роль, кстати, вот эта такая последовательность: девочка, любовница, хозяйка, королева. Это, в принципе, последовательность этих ролей еще и в жизни женщины. Сначала она девочка, потом она пробуждается как женщина, да, начинает чувствовать себя женщиной, сексуальную свою. Потом она становится женой, да, становится хозяйкой, а потом с возрастом добивается какого-то признания, желательно и в семье, и в обществе, и профессионально, она становится королевой. Но одновременно они сосуществуют и у нас постоянно, да, вот эти вот четыре роли, и мы по-разному их чувствуем, переживаем. Сейчас я хочу немножечко рассказать о роли любовницы. Мне очень нравится анекдот, да, вот о красной шапочке. А красная шапочка, кстати, является, в принципе, символом этой роли. Вот у Ларисы Ренар она это подчеркивает. Ну, вот мне красную шапочку спрашивают, да. «Красная шапочка, а как ты не боишься ходить в лес? Там же волки!» Красная шапочка говорит: «А чего мне бояться? Лес я знаю, секс люблю». И это очень мощная энергия. Я хочу сказать, как мужчина, к сожалению, в нашей жизни, в нашей культуре эта область очень сложная. В ней очень много разных искажений. Вот, кстати, вы не обращали внимания, почему парадокс, почему те органы, которые порождают нас, мужские половые органы, это самое грязное ругательство. Ну, женские тоже, кстати. Мужские и женские, да. А сам акт вообще считается чем-то таким оскорбительным. Мне гораздо ближе представление восточное, когда это представляется как что-то божественное, существует священный текст, Кама-сутра, сутра – это священный текст. И когда эта область вообще считается очень важной для того, чтобы была гармония между мужчиной и женщиной. И у женщины здесь своя роль и своя особенность, у мужчины своя роль и свои особенности. Об этом, несмотря на огромное количество порных фильмов в разной литературе, пока что говорят еще недостаточно. И очень часто у женщины эта роль какая-то не очень яркая, не очень убедительная, я бы так сказал. Говорят много, но не о том, да? То, что не дает радости и романтики. А хочу сказать, что сексуальная энергия, по моему глубочайшему убеждению, работы с людьми, связана с денежной энергией, с финансовым потоком. Если у человека есть запас сексуальной энергии, она пробуждена, то тогда у людей и деньги приходят. Поэтому, может быть, хотя бы этим я мотивирую ваше внимание в эту сторону. Энергия жизни, я бы так сказала, да? То есть энергия жизни, она дает и возможность и родить, и привлечь финансы, и любить. На следующем слайде очень красиво, остроумно показано, да, различие мужчин и женщин в отношении к любви и к сексу. И да, вот у мужчины ключик там, у женщины ключик там. Женщина гораздо сильнее психологически и может, да, вскрыть голову мужчине, снести ему мозг полностью, да. Но тем не менее, вот мужчина добивается какого-то желания через женщину. Ну, в общем, все запутано и очень интересно. Мы дополняем друг друга, да? Давайте быть друг другу бережными, да, и в той области наступит гармония и радость. И следующая ипостась очень часто враждует с любовницей. В принципе, можно условно поделить женщин, конечно, очень условно, на хозяек и любовниц. Да, у одни замужем, у них мужья, у других любовники, и эти мужья, которые с ними, да. И хозяйка часто очень неприязненно смотрит на любовницу, и любовница в ответ неприязненно смотрит на хозяйку. И хозяйка вообще одна из самых нелюбимых ролей. Вот сколько они это самое, все жалуются на то, что они хозяйки, и на то, что они устали, и на то, что это сам. И действительно, наша жизнь организована сейчас так, к сожалению, да, что женщина работает на работе, потом приходит дома, и у нее там вторая смена, да? Да, смена у плиты. Смена. Но здесь просто без медитации, без того, что это вот такой полет и отдых, просто не обойтись, надо этому учиться. А это сволочь мужчина еще хочет секс. Да, третья смена. Да, третья смена. Если не любить третью смену, то совсем тяжело. Да. И есть еще и другие аспекты этой роли. Они тоже, кстати, к сожалению, утеряны. Маша сегодня уже так скользко об этом упоминала. Женщины, я хочу сказать, вы хозяйки, практически вы полностью владеете мужчиной. Вот вы готовите им кушать. А есть древняя мудрость, что человек ест, тем он и является. Да?
Вы практически полностью можете через это управлять ими. Но вот искусство этого потеряно. Мужчина полностью в ваших руках, и практически вы могли бы многое в своей жизни изменить, если бы нашли вот эту тонкую грань, о которой, конечно, нужно много и отдельно говорить. И у нас есть замысел сделать, кстати, отдельные семинары по девочке, по любовнице, по хозяйке, по королеве. Это семинары будут совмещенные, там не только будет системное моделирование, но и другие методы психологии, чтобы действительно дать знания. А как же найти себя в этой сложной, противоречивой и утомительной роли? Но все, естественно, все среди женщин стремятся быть королевами. Поддаются ли мужчины тренировки? В принципе, поддаются, если тренировщик. Если тренировщик любящий. Да, любящий. Знаете, как... Опять же, есть такое представление. Я его слепила из того, что было. Возьму мужчину, а потом его воспитаю. Натренирую его так, как мне нужно. Да, переделаю. Возможно, да. Возможно, переделать очень много. Единственное, что мужчины потом этого не прощают. Если это сделано, именно сделано, а если это не прожито, если это отношения не в любви, если... То, что все сделано, это искусственно, механистически. А жизнь, она настоящая и текучая. Здесь можно делиться тем, что не нравится, да, можно рассказывать о том, что любимый, мне бы хотелось, можно это все пробовать. Но никогда нельзя взять это, сломать, а потом собрать заново. Чаще всего такая семья уже не работает, она несчастлива. Я вот Машу слушаю и думаю, как же мне повезло с женой. Спасибо. Да, я хочу ответить, можно, но если бы, наверное, не так говорить, не натренировать, а просто действительно с мудростью и тактом, любя своего мужчину, научиться добиваться своих целей не через упреки, не через войну с ним, а через понимание. Понимание, взаимопонимание. И это возможно, хочу сказать вам, это сложно, действительно очень сложно. И очень часто именно бессознательное нам мешает, потому что наша мама так с папой ругалась, а потому что такие способы использовались, и мы тоже это оружие применяем. А есть другие способы. И это сложно сначала себя переломить, чтобы по-другому действовать. Но возможно. И мы радостно заявляем вам, что в нашем опыте есть уже множество семей, которые нашли этот путь и нашли этот способ. И тогда это не принуждение мужчины, не ломка его, не дрессировка, как собачки цирковой, да, или кого-то еще. А действительно взаимный поиск радости друг для друга. Мне очень понравилось. Вот хороший диалог возник, да, комментарии. Вот вместе расти – это очень точно. Потому что в момент, когда мы хотим кого-то переделывать, мы тоже где-то, ну это да, это манипуляция, и жизнь за нас зацепилась. Где-то внутри нас жизнь цепляет, мы хотим с ней что-то сделать, сломать, переделать. На самом деле посмотреть на причины, увидеть, что волнует нас в этой ситуации, почему мы выбрали мужчину, который вот так сложно с нами себя ведет, вырасти в этом и помочь ему изменить. Да, вот своим спокойствием, своим пониманием. Вот это очень здорово. Благодарю. Я хочу подчеркнуть, что вот это и есть свойство королевы. Это особая мудрость женщины. Это способность, да, увидеть пути, понимая мужчину, понимая себя, увидеть пути к гармонизации отношений, а не к конфликту. Часто это приходит с возрастом, увы, иногда и не приходит с возрастом. А может прийти и в таком возрасте там, 25, 30, 35 лет. И если женщина будет настроена на то, что она все время развивается внутренне, готова к изменениям и любит своего мужчину, то это возможно. Бывает такая ситуация, что женщина развивается, а мужчина, в принципе, не хочет и совершенно так уцепился когтями в землю и держится, не хочет никуда двигаться. Ну, вам, женщина, решать. На нашем опыте чаще всего такая женщина уходит от этого мужчины, потому что развиваться должны действительно вместе. Вот есть циклы отношений. Вот есть 4-летний цикл, часто кризис наступает через 4 года, через 7 лет часто кризис наступает. Мы всегда развиваемся. И вот если развивается только один человек, ну, женщина, например,
то она рано или поздно смотрит и не понимает, в принципе, почему она с этим мужчиной. Правда, потом бывает, что когда они расстаются, этот мужчина бегом догоняет, и его жизнь все меняется за один день. Мы это видели множество раз, и мы это часто хотим сказать мужчинам, которые вот тянут, сопротивляются до последнего, что все равно произойдет, все равно ты будешь развиваться, но только ты либо потеряешь эту женщину, с которой ты мог бы быть счастлив, либо все-таки сможешь изменяться. Но опять же, это все очень индивидуально. Я не хотел бы, чтобы мои слова сейчас использовались как орудие против ваших мужей, а просто вот ради понимания этой ситуации. И вы можете о многом, о чем сегодня говорилось, зайти на наш блог, скачать книжку с таким юмористическим названием, но серьезным содержанием, как «Не выйти замуж за козла», и многое разобраться в такой популярной форме есть на этой книге. Сейчас идет очень интересный набор, идет формирование группы, новой группы, тренинг «Код успеха», в который входим мы как тренера, входит еще два тренера. Мы решили объединиться для того, чтобы объединить, казалось бы, необъединенные темы. Это вот тема бизнеса, тема развития, тема финансового успеха, тема семейных отношений, тема разрешения своих бессознательных блоков и ограничений. И этот рождающийся сейчас проект «Код успеха» набирает обороты, и у вас есть возможность войти в состав первой десятки и получить новый «Код успеха» вместе с командой лидеров. Нам было очень приятно провести этот вечер вместе с вами. Мы в процессе подготовки многое переосмыслили и будем рады дальше с вами общаться и в онлайн-пространстве, и в реальном времени, в живом пространстве. С удовольствием оставляйте свои контакты, будем рады встречам. С вами были Павел Стыгни и Мария Стыгни. Семья, которая помогает семьям и тем, кто стремится создать гармоничную, хорошую семью. До новых встреч!